Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні завершається регістрація кандидата у депутати Палати представників. Розмова об теперішнім і будучому. У Гомелі запланований цикл зустріч керівництва міста з молодими спеціалістами. Культура країн Азії. У Гомелі відкрилася вистава виробів декоративно-прикладного мистецтва Китаю і Японії. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Округовая выборчая комиссия сегодня завершают регистрацию кандидата у депутаты Палаты представников Национального схода 7-го скликания. После этого стартует передвыборная агитация. Кандидаты по Гомельской области отримают возможность выступить с воротами до выборщиков на телеканале «Беларусь-3». Выступления по телебачению и радио начнутся 21 кастрычника и пройдут в працовные дни по 6 листопада. Протяглость каждого обмежеванная 5 хвилинами. По телебачению яны будут трансляваться у вечерний прайм-тайм с 19 до 20 годин. Выключение 22 и 29 кастрычника, коли эфирный час предоставляется с 19 до 19.30 с уликом сетки вещания телеканала «Беларусь-3». Радиовыступление можно будет послушать с 7 до 8 раницы у эфира радиостанции «Гомель-ФМ». Свою передвыборчую программу претенденты на месцы у парламенте мают право опубликовать альбо в одной из республиканских, областной або городской газетах. Нагадаем, выборы у Палату представников призначены на 17 листопада, у Совет Республики – на 7 листопада. Бесплатные семинары практикумы для керівников предприемства, маркетинговых служб и юрисконсультов проходят у Гомеля на передании «Бизнес-дзён». Международное мероприемство, которое отбудется в 5-й раз, организует Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты при поддержке облвыканкама. Так само в областном громадско-культурном центре и на прилеглой территории разместится республиканская универсальная выстава «Бизнес у регионах». Подробности у Марины Джалы. Покуль вытворцы рыхтуются до открытия выставы «Бизнес у регионах», якая будет идти 2 дни у конференц-зале громадско-культурного центра, проходит деловая встреча. Спикеры тлумачат новые правила проведения держзакупок. Изменения у системе антимонопольного законодательства уступили у силу у липени. И не сделали процедуры закупок прозрыстыми, что посодейничало больше эффективному расходованию бюджетных сродков. Сертификаты мы выдаем для процедуры государственных закупок практически ежедневно. Экспертизы тоже встречаются, они, конечно, в меньшем количестве, потому что белорусские все-таки поставщики стараются поддерживать свой имидж и поставлять качественные товары, но, тем не менее, бывают и недобросовестные поставщики. Зразумело, каждый затекавленный читал закон самостоятельно, але обмерковать нюансы с уделом квалификованных спикеров – шанс вырешить незразумелые питания литерально за годину. У субъектов хозяйствования возникает много вопросов по этому поводу, поэтому мы сегодня на данном семинаре попытаемся как бы некоторые из этих вопросов осветить и дать ответы на вопросы, которые возникают в ходе, значит, применения этого закона. Ну, например, какие вопросы наиболее общие и чаще всего возникают? Формирование заказа, значит, сама процедура проведения госзакупок. Значит, есть нюансы, которые, значит, вызывают вопросы у субъектов хозяйствования. Что тычется экспозиции «Бизнес в регионах», то ее мета – демонстрация новых узоров продукции предприемств и организаций Гомельской области для замежных гостей и удельников форума, пошук деловых партнеров, установление гандлево-экономичных контактов. Мы участвуем в выставке, чтобы привлечь новых клиентов к нашему предприятию, чтобы расширять рынки сбыта. У нас сейчас насчитывается около 180 стран за всю историю поставок. В год примерно поставляем в 56-60 стран мира. Ну, хотим расширить свои горизонты на все континенты. Бизнес-дни у Гомеля пройдут завтра, а международный форум собирает представников деловой супольности с 19 краин. За годы проведения мероприемства зарекомендовала себе как эффективную пляцовку для установления деловых контактов, выпрацовки стратегии супрацовництва, обмеркования актуальных питаний развития бизнеса. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі запланаваны цикл сустрэч кіраўніцтва горада з маладымі спецыялістамі. Першую з іх сёння правёў старшыня гарвыканкама Пётр Кірычэнка. Нашы корэспандэнты ведаюць, аб чым ішла размова. У 4-й філіял Гомельскай гарадской цэнтральнай паліклінікі Артём Фукін прыходзіць кожны дзень ўжо 3-й месяц. У 2018-м ён закончыў Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт. Потым яшчэ год праходзіў інтэрнатуру ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры радыяцыйнай медыцыны і абласной спецыялізаванай клінічнай бальніцы. Па спецыялі
спеціальності Артем Фокін – хірург-офтальмолог. У гэтых медицинских установах ён отримлював практичний опыт. У якості асистента приймав удел у операціях на вачах. Са жнівня гэтага года молодий спеціаліст працює урачом-офтальмологом у поліклініці. Щодень на прийом приходять каля 60 чоловік. І до кожного необхідний індивідуальний подход. А про того Артем Фокін ще й викладає на кафедри медуніверситета курс офтальмології. Каже, що гэта вельми цікава спеціальність. Офтальмологія одна із, як я вважаю, найбільш перспективних і інтересних професій вообще в медицині в принципі. Потому что это связано с высокими технологиями, и это очень бурный рост и развитие в этой профессии. Что касается дальше, посмотрим, будем развиваться, а там время покажет как. Конечно, хотелось бы оперировать, то есть заниматься где-то хирургической практикой в офтальмологии именно. Это микрохирургия глаза, интересны эти направления. Первую встречу с молодыми специалистами проводит старшиня горвыканкама Петр Кириченко. У зале 70 человек, яких мэр называет будущим города, в области и державы. Магчыма, гэта аванс, але улада сапраўды разлічвае на молодых людей. Только дзякуючы суместной работе Гомель досягае новых вершинь. За последние 7 лет мы 4 раза становились лучшим областным центром в Республике Беларусь по благоустройству, 4 раза лучшим городом для ведения бизнеса, 2 раза были занесены на республиканскую доску почета как победитель соревнования по социально-экономическому развитию. А по итогам прошлого года добавили в свою копилку достижений еще и звание «Лучший областной центр в республиканском конкурсе «Город культуры». За ганаровыми званнями реальное досягнение. Негледзячы на пэўныя эканамічныя цяжкасці, у Гомелі выконваюцца усе асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Пры гэтым тэмп росту экспарту 125%. У 30 разоў павялічыўся экспарт паслуг у Славакію, у 24 – у Кітай, у 8 разоў – у Данію. Плюс стварэнне умоў для дзейнасці малога і сярэдняга бізнесу, а таксама развіццё гарадской інфраструктуры і сацыяльнай сферы. Маладыя спецыялісты слухаюць старшыню гарвыканкама уважліва, пасля задаюць пытанні. Цікавіць, здаецца, усё. Перспектывы развіцця ў Гомелі веласіпеднага руху, будаўніцтва шматфункцыянальных забаўляльных комплексаў, планы па развіцці медыцыны і падрыхтоўка горада да святкавання новага года. Дарэчы, сёння ў горадзе пражываюць амаль 540 тысяч чалавек. Прыкладна кожны чацвёрты ва ўзросце ад 14 до 31 года. І такая лічба замацавання маладых спецыялістаў на сваіх першых працоўных месцах 91%. Гэта вельмі высокі ўзровень. Сёння местныя власці гатовы сотрудничаць з маладзёжю на полном взаимном доверии. Ведь вы являетесь самой инициативной, динамичной, предприимчивой частью населения, имеющей желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. Только от вас зависит, каким Гомель будет в будущем. От вас зависит и то, каким будет все наше государство. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Комитет держконтроля проводит черговую горячую линию. Звернуться на яе можно завтра с 12 до 13 годин по номеру телефона 80232-2383-91. На пытание жыхароў региона откажа наместник начальника управления контролю за работой галин господарки Комитета державного контроля Гомельской области Анатоль Шарбенко. Основная тема горячей линии – забеспечение насельництва якостными жилево-коммунальными послугами. Международный лидер у сферы аудиту, податкообкладання и сопровождения сделок пропонуя молоді працоўныя месцы. Специалисты компании встретились со студентами экономичного факультета ГДУ имя Франциска Скарыны, каб рассказать им про магчимости и необходные потребования. Компания EY працует в Беларуси амаль 20 годов, и ее коллектив налічвае больше за 500 человек. Все лето она подписала погоднение об взаимодействии с Гомельской ВНУ по подрыхтовке кадров до 2026 года. Штогод компания будет працаўладковаць от 5 до 10 студентов, у тым ліку и навучэнцаў новых специальностей – бизнес-администрование и экономичная информатика. Зараз у ліку молодых специалистов у компании працуют несколько выпускников экономичного факультета. Студентам старейших курсов пропонуют стажировки и летнюю бизнес-школу. Потребования до супрацовника у компании высокие, а кроме экономичных дисциплин, треба володать замежной мовой и умением вырашать задачи на логику. Нет какого-то четкого разделения по специальностям. Нас интересует и бухгалтерский учет, и менеджмент, и экономика управления на предприятии. В целом мы даем предпочтение студентам мотивированным. Если есть мотивация, если есть желание построить карьеру, профессиональную карьеру, то тогда
нам с ребятами по пути. Первое, на что мы обращаем внимание, это, безусловно, английский язык. Без английского языка в нашей компании, к сожалению, будет сложновато, поэтому средний уровень как минимум должен быть для того, чтобы человеку было комфортно начинать свою карьеру у нас. Второе, на что мы обращаем внимание, это аналитические навыки. С каждым претендентом на дальнейшее працеводкование специалисты компании проведут тестирование и гуторку, а у студентов молодших курсов есть час на поглубленное выучение необходимых предметов. Гомель запрашивает талановитых спеваков, танцоров, музыкантов, мастаков и артистов до удела в первом международном фестивале мастерства «Гомель-фест». Он пройдет в областном центре с 14 по 16 листопада. Конкурсная частка включает 5 номинаций – вокальная, хореографичная, инструментальная, театральная и выявленшая творчесть. У каждого из них предугледжены разные жанры – от классики до сучасности и экспериментальных напрамков. Переможцев вызначить у каждой номинации по каждой взрослой категории, которые начинаются от 3 годов. Фестиваль так само является одним из видов отбора по хореографии на наступный славянский базар. Новый накерунок творчего споборництва у Витебску коронили с этого года. Поудельничать у Гомель-фесте запросили творчих людей из всех регионов Беларуси и других краин. Организаторы обещают створить для всех комфортные умовы и подрихтовать цікавую экскурсийную программу. Пляцовками фестивалю станут городский центр культуры и детячая музычная школа мастерства номер 1 имя Чайковского. Уваход вольный. Но мы бы хотели, чтобы судили наших конкурсантов жюри объемное из всей страны. Уже дали согласие члены жюри из города Могилев, из города Минск. Общаемся с брещанами, заслуженными деятелями культуры из Бреста. Буквально на днях начали вести переговоры с жюри из Республики Молдова, Республики Польша, Российская Федерация. Ну, в общем, несмотря на то, что этот проект будет проходить впервые, география обещает быть интересной. Кроме споборницкой частки, удельникам пропонуют разом расписать одну со стен ГЦК. Основа эскиза мастачки Евгении Цыганковой станет логотип фестивалю. Подробязная информация про фестиваль размещена на сайте фестивали.by. Заявки на удел принимаются до 4 листопада. Выстава вырабов декоративно-прикладного мастацтва Китая и Японии 18-20 стагоддзя открылась в музее истории Гомеля. В экспозиции фарфор эпохи династии Цин, рельефные вазы Сацума с ярким росписом и позолотой, жанровый портретный живопис, а так само роспис по шелку и разьба по кости и древу. Каждый из представленных экспонатов имеет свою интересную историю, а часом загадковую и незвычайную. Это не вся наша, далеко не вся наша коллекция. Вот. У нас есть на самом деле большое количество экспонатов, просто они еще, так скажем, не здесь. Вот. И у нас есть очень красивая мебель, тоже китайская, выполненная и разукрашенная натуральными камнями и ракушкой, украшенная, как вот представлены экспонаты вот здесь, вот украшения из ракушки. На протяжении лет 12, наверное, вот мы вот это все собирали. Семья Михеянковых на протягу многих годов старанно собирала экспонаты в разных кутках света, особенно у Франции, где Алена с мужем Дмитрием зараз живут. У их коллекции больше за 100 антикварных и винтажных особников. Побывать в дивном свете стародавних азиатских предметов у музее истории города Гомеля можно до конца листопада. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Гомельской области ликвидированы 2 лесных пожара и 1 торфяной. Они зафиксированы в Брагинском и Ельском районах. Кроме этого, в Гомеле сгорел автомобиль по улице Оранжерейной. В результате уничтожен легковой Kia Seife 1993 года выпуска. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Мы еще раз обращаемся к автолюбителям с рекомендацией о том, чтобы у них находился в автомобиле огнетушитель, средство первичного пожаротушения. И, конечно, тщательно наблюдайте за техническим состоянием своего автомобиля. В Мозыре столкнулись 2 автомобиля. Один из водителей госпитализирован. 29-летний водитель автомобиля «Додж» осуществлял разворот из крайней правой полосы. Он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в крайней левой полосе. В результате аварии водитель «Доджа» госпитализирован.
В Лельческом районе мужчина отправился в лес собирать ягоды и заблудился. Ему понадобилась помощь. Спасатели выехали на поиски мужчины в район деревни Ударная. На месте выяснилось, что с утра любитель тихой охоты ушел в лес за ягодами, к вечеру не вернулся. К поисковой операции подключились сотрудники милиции. В 23:30 спасатели обнаружили потерявшегося. В медицинской помощи он не нуждался. Отдел внутренних дел администрации Центрального района Гомеля устанавливает личность мужчины. Жительница Гомеля подала заявление о том, что неизвестный 25 сентября заснял ее переодевание, находясь в примерочной одного из магазинов в торговом центре «Секрет». В связи с этим устанавливается личность мужчины на этом фото. Если вы узнали этого человека или владеете какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам, указанным на экране. «За безопасность вместе» – акция под таким названием стартовала в Беларуси. До 1 ноября наблюдательные комиссии посетят с проверкой социально незащищенные категории граждан. Они будут оценивать состояние пожарной, электрической и газовой безопасности, а также санитарные условия. До населения доведут информацию о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности. В период проведения акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья. На сегодня все. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В областной центр пожалует полуфиналист Кубка ЕГФ минувшего сезона. 18 и 19 октября датский «Хёрнинг» и «Каст» и женский гандбольный «Гомель» встретятся во втором раунде квалификации второго по значимости Еврокубка. Оба поединка этого противостояния состоятся на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. В пятницу номинальными хозяйками площадки будут датчанки, в субботу – гомельчанки. Оба матча начнутся в 19:00. «Хёрнинг» и «Каст» после 8 туров занимает второе место в чемпионате Дании. Гомель, напомню, лидирует в белорусском первенстве. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» неудачно съездила в Минск. В очередном туре чемпионата страны подопечные Сергея Цыганкова играли со столичным «СКА». Гомельчанам удалось навязать борьбу армейцам. Практически весь матч на площадке борьба была равной. Однако заключительные 5 минут остались за хозяевами. Забросив 4-жды и ни разу не пропустив, они обеспечили победный для себя результат – 38-34. Самый результативный в составе «Гомеля» Сергей Орловский – 8 голов. Накануне в единственном поединке экстралиги хоккейного чемпионата Беларуси жлобинский «Металлург» дома обыграл «Могилев». Гости в первом периоде счет открыли и забросил Козинов. Однако «Столивары», забросив по 2 шайбы во втором и третьем периодах, довели матч до победы 4-1. Отличились Кирющенко, Череваче, Игнатов и Рак. 19 октября «Металлург» ждет в гости столичную «Юность». Гомель на своем льду сыграет с «Могилевом». Матчем с «Маргони» завершился 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Местная одноименная команда принимала гомельский «Локомотив». Игра завершилась победой гостей. Железнодорожники забили 4 гола в ворота соперника, причем дважды гомельчане реализовали пенальти. Хозяева ответили одним точным ударом. Итог 4-1 в пользу «Локомотива». В турнирной таблице железнодорожники продолжают удерживать 3-ю строку. Лидируют «Белшина» и «Смолевичи». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».